Граждане России, ваша специальная военная операция на 3 дня затянулась. И ваш бункерный лидер объявил утилизацию. Мобилизацию. Но за 7 месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. И сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит. Помните, как в день Победобесия вы выходили с лозунгами «Можем повторить». Что ж, теперь у вас есть такая возможность. Но у нас для вас плохая новость. С большой долей вероятности вы вернетесь домой в черном пакете. Но есть и хорошее. Ваша жена, мать или отец получат белую ладу. Есть и другой вариант. Избегайте мобилизации или сдавайтесь в плен. Выбор за вами. Слава Украине! Героям слава!